担心你草莓天空都不经意看你，可不可以住进你的心里，要怎么才能拉近彼此距离。嘿、hey, 告诉你别再哭泣，我心要心跳一支舞，挽着你的腰而相信 Don't be free。 今天星期五夜幕在倒数，萤火虫空中飞舞，就把烦恼都甩开，他是热恋的乐土。I would like a bee， 为此理想和你遨游在天际，探索乐土心中那些不为人知的奥秘，一切的问题都不算问题，情话怎样说在耳际、啊、剩下排队 You are my destiny， 草莓甜筒都不及你甜蜜，可不可以住进你的心里，要怎么才能拉近彼此距离。剩下排队 You are my MVP， 一刻不见都会感到焦虑，闭上你散发出的香气，你的一举一动让我无比着迷。В сегодняшней игре силы были неравны. Менее чем за минуту Бао Цзяго сделал удар и застиг соперника врасплох. Мижень вернулась. Послушай, Бао Цзяго выиграл в турнире по настольному теннису. Что такое? Столкнулась с дядя. Столкнулась с дядя? И что? Она сказала вернуть ей Джунвэя. Он что ли вещь, чтобы кому-то принадлежать? Забей! Мяу-мяу. Чэнь Мижэнь и Джунвэй расстались. И что? Они сойдутся. Из-за дядя Чэнь Мижэнь уже меняла школу. Думаю, Джунвэю и Чэнь Мижэнь не хватает доверия. Джунвэй переживает, что Чэнь Мижэнь расстроится из-за дядя, и решает сам с этим разобраться. Но Чэнь Мижэнь не верит, что Джунвэй не испытывает к дядя чувств. Думаю, Джао Го права. Но нельзя быть уверенными. Что хочет Джунвэй? Разобраться с дядя? Или разжечь былые чувства? О чем ты, Лосы? Какие еще чувства? Джунвэй хочет, чтобы Чэнь Мижэнь не было дискомфортно из-за дядя. Да. Именно так. Чэнь Мижэнь, я глупость ляпнула. Не утешай меня. Мы с Джунвэем расстались. Но вы помиритесь. И я так думаю. Девочки, Чэнь Мижэнь совсем поникла. Нам нужно ее отвлечь. Да, она не должна проиграть дядя. Лосы, есть идеи? Нет. Я могу помочь ей с учебой. Джао Го, это же как сыпать соль на рану с ее расставанием. Завтра я наряжу Чэнь Мижэнь. Она должна показать сопернице, кто здесь по-настоящему крут. Один менеджер, другой агент. Оба по-китайски брокеры. Сегодня мы узнаем разницу между ними. Что представляет собой менеджер? Обычно речь идет...
在哭泣，我想要心跳一支舞，挽着你的腰而下行动 be free。 今天星期五，夜幕在倒数，萤火虫空中飞舞，就把烦恼都甩开，踏进热恋的乐土。 I would like a be with。 рисовые шарики чушень。 心中那些不为人知的奥秘，一切的问题都不算问题，情话怎样说在耳机。拜托拜托和我在一起，就是你，至少每时每刻注视着你，表达最真切的爱意。深深爱的幼儿埋单子里头，每天痛都不及你甜蜜，可不可以住进你的心里，Спасибо. Угости ужином, в знак благодарности. Тогда давай сама понесу. Я шучу. Чая будет достаточно. Что, даже чая не можешь мне купить? Хорошо. Заметили, Чэнь-Мижэнь похорошела. Обычно такое бывает, когда влюблен. А Чэнь-Мижэнь достигла этого благодаря расставанию. У нас холодная война, мы не расстались. Правда? Немного льда, побольше сахара и молока, верно? И я хочу чай с молоком. И я. Я всем взял. Пока. Ожидаемо. Чтобы пережить расставание, надо начать новые отношения. Жду на площадке. Пора осуществить наш план. Какой план? План уничтожения тени. Это тебе. Опять? Эту кофейную штрафовали за несоблюдение санитарных норм, не боитесь? Вот, угощайтесь. Хуан Сяо Юэ, с чего такой добрый? Ну, это моя благодарность за то, что болели за меня на матче. Кто за него болел? Ты? Чэнь-Мижэнь? Это тебе. Моя любимая, Чэнь-Мижэнь, поменяемся? Вот, поешьте витаминок после еды, полезно для кожи. Попробуйте. Простите, я заплачу. Хуан Сяо Юэ, признавайся, ты шпион Дзя-Дзя? Она желает, чтобы я поправилась? Конечно, нет. Тогда почему ты принес нам столько еды? Говори, что ты задумал, а? Признавайся. Ладно. Скажу. Это все Джон Уэй. И ты раскрыл меня?
Я объяснил, что делал это ради Чэнь Мижэнь. Но Сюй Мяу Мяу сказала, что ты ненавидишь Чэнь Мижэнь. Раз хочешь, чтобы она располнела, и осталась одна. Не вини меня. Я же говорил тебе, что твой план не сработает, и тебя разоблачат. Что сказала Чэнь Мижэнь? Чэнь Мижэнь... Не хочу спорить. Из-за таких глупостей. Джан Вэй, я смог выяснить, что не только Цинь Мин Сюань твой враг. Кто еще? Сюй Мяу Мяу, Ло Сы и Джао Го. И что мне делать? Преврати врагов в друзей, и препятствия устранятся. Говоришь, что между тобой и дядя ничего нет, что было недоразумение? Ты ходил с дядя в кино, потому что боялся, что если Чэнь Мижэнь ее встретит, то расстанется с тобой. Поэтому пытался угодить дядя и отправить ее в Штаты. Но неожиданно дядя перевелась в наш вуз. Да. Вы верите всему, что сказал Джун Вэй? Я верю Джун Вэю. Понимаете, чем прекраснее мужчина, тем он преданнее. Мой Фан Мао лучший этому пример. Я думаю, что с точки зрения соотношения затрат и отдачи, Джун Вэй сможет вернуть Чэнь Мижэнь. Лишь настоящей любовью. Давайте голосовать. Поднимите руку, если верите Джун Вэю. Мы решили, что верим тебе. Мы объясним все, Чэнь Мижэнь. Я уже объяснял. Бесполезно. Я думал, что со временем Чэнь Мижэнь поймет, что между мной и дядя ничего нет. Я не ожидал, что Чэнь Мижэнь просто отстранится. Что если Чэнь Мижэнь начнет встречаться с Синь Мин Сюанем до того, как узнает правду? Да как это возможно? Зачем ей выбирать Цинь Мэн Сюаня вместо тебя? А почему нет? Между ними стоит дядя. Чэнь Мижэнь не так поняла Джун Вэя. И тут появился Цинь Мэн Сюань. Кто устоял бы под его напором? Буду откровенной. Настойчивости Цинь Мэн Сюаня трудно отказать. Правда? И ты так думаешь? Не волнуйся. У тебя есть мы. Да. Мы поможем. Спасибо. Сходим завтра в кино. В кино идут такие отстойные фильмы сейчас. Пустая трата времени. Я слышала, что Цинь Мэн Сюань встречается с Го Хао Мэй, с журналистики. Недавно Хуан Сяо Юэ видел, как они вместе гуляли. Чэнь Мижэнь, скоро экзамены. Ты готова? Смотри, смотри. Такой красивый. Что ты делаешь? Читаю. Кругом куча свободных мест. Почему здесь?
Библиотека — общественное место, где я хочу, там и сижу. Прости, здесь занято. Освободи. Но... я пришел первый. Закончил? Закончу, как вы перестанете общаться. Джунвэй, Чэнь Мижэнь рассталась с тобой. Держи дистанцию. И не создавай проблем. То он. Мы не расстались. У нас просто холодная война. За мной. Куда? Отойди. Куда ты? Что за ребячество? Мне с тобой не сравниться. Попросила его подыграть тебя, чтобы я отстал. Стоило порепетировать. Его игра ужасна. Бездарность. Будь благоразумным. Благоразумным? Когда влюбленные ссорятся, как быть благоразумным? Мы не поссорились, а расстались. Джунвэй, я повторю еще раз. Мы расстались. Это ты так решила. Я разве согласился? На этом все. Ладно, все так все. Теперь слушай. Ты отвлекалась на занятии. Читала новостную ленту. На доску 4 раза глянула, играла в телефоне и 3 минуты рисовала в учебнике. Не думаешь, что раз учитель похвалил тебя, ты сможешь легко сдать экзамены. Послушай. Без меня, помогающим тебе в обучении, ты потерпишь неудачу. Будешь локти кусать. Не твое дело! Конечно, мое. Подумай. Если ты провалишь экзамен, то встречаться с неудачницей не клево. Ты что делаешь? Что я делаю? Месте есть предел. Ладно, твое желание раскормить меня, но не мешай учиться. Ты? Мешаю тебе учиться? Как смеешь говорить такое? Понимаешь, я остался, чтобы охранять твои вещи. Спасибо. Вы двое все еще вместе? День открытых дверей. Так красиво, сходим туда. Тут так красиво. Пускай фотографирует. Давай, говори, что не так? Ничего. Ничего? Помнишь? Во время учебы в школе мама запрещала покупать фигурки. А я тайно давал тебе карманные деньги. Что? Ты изменила курс для осуществления мечты? И даже твоему отцу не положено знать. Я была в Хэнчэнзи. Правда? Это же так. И меня уволили спустя 2 месяца. Какая жалость. Пап, я больше не хочу быть дизайнером. Ты помнишь, в детском саду ты дралась за арбуз на спортивном мероприятии? Ты тогда упала, а потом целый день злилась. Мы твердили, что главное участие, но это не помогло. И однажды ты пришла домой счастливая и сказала: «Папа, сегодня в детском саду я ела большой арбуз». Дело в том, что тебя не волновал результат соревнований. Ты хотела съесть тот большой арбуз. Чэнь Мижэнь, сфотографируй меня. Мама, нельзя ходить по газону. Иди сюда. Нельзя? Нет. Я же говорила, что это место просто уникально. Гляди, кампус словно райский сад. Красота. Наша доченька учится на деловом администрировании. Молодец. Сфотографируй нас, давай. Я хочу арбуз. Доченька хочет арбуз. Мама, я фотографирую. 1, 2, 3, сердечко. Идем, идем. Взгляни, как красиво. Очень красиво.
Чэнь Мижэнь, твой вуз прекрасен. Даже можно поесть фрукты. Это скульптура для выставки. Положи. Выглядит реалистично. Мне нравится эта картина. Сфотографируй. Мама, папа, не бегайте, иначе потеряемся. Уважаемые учителя, родители и сокурсники, приветствую вас. Я Джин Вэй из 22-й группы делового администрирования. Для меня большая честь выступать здесь от имени студентов. Я искренне благодарю родителей за то, что пришли сюда. Наши родители, наши наставники, а также друзья, сопровождающие нас всю жизнь. Университет Ханьхай – ключевой университет Китая. Здесь, господин, Джин Вэй большой молодец. Да. Но главное, он красивый. Они – основная сила в развитии выдающихся талантов, и также красивы. Социальная служба и культурное наследие. Так себе. Сильные. У Дабо с факультета торговли намного красивее, да и фигура огонь. У него руки толще ноги Джин Вэя. Может, 80 отжиманий стал отжать. Стал лучшим во всех сферах. Тебе нравится Джин Вэй? Это было моей мечтой. С чего бы это? Мне нравятся такие парни, как у Дабо. Еще раз горячо приветствую и искренне благодарю всех за визит. Мы будем усердно учиться и сделаем все, чтобы никогда вас не разочаровать. Нас ждет только светлое будущее. Какой потрясающий парень. Это же он лучший ученик вуза, да? Забудь, он не ваш ребенок. Поучилась бы у него. Чэнь Мижэнь. И правда ты. Вы знакомы? Да, мы одногруппники. Дядя, тетя, приветствую, я Джин Вэй. Привет, привет. Я его не знаю. Джин Вэй, да? Мижэнь постоянно говорит о тебе. Говорит, ты тщательно ухаживаешь за волосами. Ты же блогер. Думаю, это не я. А тебе речь или нет, вы же одногруппники. Это Сюймяу-мяу. Дядя, тетя, вы здесь только из-за дня открытых дверей? Вы такая гармоничная пара. Счастливые. Не то, что я. Я давно не видел отца. Мы давно не ужинали вместе. Твои родители не пришли? Нет. Мы собираемся поесть. Пойдешь с нами? Он занят. Я свободен. Но не хотел бы вас беспокоить. Нисколько, нисколько. Почему все прекрасные детки чьи-то чужие? Милая, куда ты побежала? Джин Вэй, послушай. Она хорошая, правда, но мы ее избаловали, не обижайся. Когда Джин Вэй закончил речь, он о чем-то говорил с Чэнь Мижэнь. Они что, так и не расстались? Они одногруппники. Это нормально, что они разговаривают. Тебе стоит быть осторожной. Чэнь Мижэнь будто жвачка, что приклеилась к подошве. Да. Дзя, поторопись и начни встречаться с Джин Вэем. Не позволь никому помешать вам. Неоднозначная фаза отношений – самая сладкая. Не торопитесь. Чэнь Мижэнь, я ела с родителями, а ты позвала меня сюда, чтобы я почувствовала эту гнетущую атмосферу. Тетя, спасибо. Он и сам справится. Зачем помогаешь ему? Мне надо сходить в торговый центр за леггинсами. Нет, если ты уйдешь, обед будет очень странным. Почему не едите? Кушайте, кушайте. Вы же соседки Мижэнь. Спасибо вам за заботу о ней. Да мы не особо о ней и заботимся. Джаого, давай кушай, не разговаривай. Давай, кушай еще. Спасибо. Джин Вэй, слышала, ты лучший студент в группе. В будущем, пожалуйста, помоги нашей Мижэнь с учебой. Прошу тебя. Тетя, не волнуйтесь. В будущем будем вместе сидеть. Сможет задать вопрос в любое время. Здорово. Спасибо. Спасибо. Нет!
мне поможет Джао Го. Я люблю сидеть одна. Чэнь Ми Жэнь. Он сам предложил помочь с учебой. Не будь придирчивой. Бегом. Поблагодари. Спасибо. Пожалуйста, это мой долг. Мяу-мяу. Ты же расскажешь нам, если у Ми Жэнь есть парень. Ты... Нет. Дядя, тетя, вы поддержите ее парня? Конечно. Конечно, да. Если честно, она у нас нелюдимая. Послушай, Чэнь Ми Жэнь у нас милая, нежная и добрая. Но ей еще никто и никогда даже в чувствах своих не признавался. Джун Вэй, ты парень. У тебя же много друзей, да? Может, ты познакомишь нашу Чэнь Ми Жэнь с каким-нибудь хорошим парнем, чтобы она ходила на свидание, гуляла, а не пролеживала бока в общежитии? У нее так атрофируются конечности и не сможет тут ходить на свидание. Дядя, тетя, не волнуйтесь. В вопросе поиска парня для Чэнь Ми Жэнь можете положиться на меня. Спасибо тебе большое. Дядя, тетя, кушайте. Давайте. Конечно. Тетя любит фотографироваться. Что происходит? Это родители Джун Вэя или Чэнь Ми Жэнь? Они уже знакомятся с родителями? Джун Вэй? Дядя! Зачем пришла? И я рада вас видеть, девочки. Здравствуйте, тетя и дядя. Привет. Вы знакомы? Здравствуйте, тетя. Я одногруппница Джун Вэя. А вот и нет. Дядя, тетя, простите, я ненадолго выйду. Приятного аппетита. Что такое? Я в гневе. Дядя, разве я не говорил, что Чэнь Ми Жэнь моя девушка? Я слышала, вы расстались. Мы не расстались. К тому же, Чэнь Ми Жэнь очень обидчивая и ревнивая. Прошу, впредь держись от меня на расстоянии. И какое расстояние допустимо? Расстояние, которое не обижает Чэнь Ми Жэнь. Вот так? Я провожу вас. Идем. Такой классный, но у него уже есть девушка. Чэнь Ми Жэнь, у него есть девушка. Какой бы он ни был классный, не уводи его. О чем ты? Такси приехало, скорее. Хорошо, мы поехали. Идите. Встретишь хорошего парня, не тяни, строй отношения. Ладно, ладно. Мы поехали. Съешь арбуз. Пока. Не думала, что Джун Вэй окажется таким. А мы ему еще помогали. Может, мы заблуждаемся. Не думаю, что нам стоит вмешиваться. Они сами должны разобраться. Ми Жэнь, вернулась? Да. Чэнь Ми Жэнь?
Чэнь Мижэнь, ты уже долго с Джун Вэем. Пора вернуть его мне. Что? Ты изменила курс для осуществления мечты? И даже твоему отцу не положено знать? Я хочу работать в Хэнчанзи и стать главным их дизайнером. Меня взяли в Хэнчанзи. Правда? Поздравляю, будущий главный дизайнер. Не пропустите распродажи фигурок. Опубликовано. Я не верю, что мои фигурки никому не нравятся. Здравствуйте. Я дизайнер фигурок. Хочу создать фигурки животных. Скажите, я могу понаблюдать у вас за ними? Да, идем за мной. Дзя-дзя. Чего? Джун Вэй, я нашла раненого кота, у него серьезная травма, надо в клинику. Помоги мне, пожалуйста. Я на проспекте Илинь. Придешь и увидишь меня. Буду ждать. Облачко. Вы дизайнер фигурок? Как здорово. Подарите нам созданную вами коллекцию? Конечно. Это Пудинг. Он любит, когда его гладят. Милый. Это Бобби. Он ревнивый. Погладишь Пудинга, и не забудь его погладить тоже. Иначе, когда уйдешь, Бобби подерется с Пудингом. Наблюдай, а я пойду работать. Бобби! Не волнуйтесь, я его осмотрел. Но это просто царапина. Кость в порядке. Если это все, можете идти. Лапу не мочите. Спасибо, доктор. Спасибо, доктор. Я пришел вылечить облачко. Что с ним случилось? Ничего серьезного. Мы с Джун Вэем показали его доктору. Чэнь Мижэнь. Дзя-дзя позвонила мне, увидев, что котенок ранен. Облачко. Сейчас облачко в порядке. У него царапина. Доктор наложил повязку. Мне пора. Не буду вам мешать. Чэнь Мижэнь. Я хочу побыть одна. Не иди за мной. Чэнь Мижэнь. Дзя-дзя. Ты и правда была лучом надежды в моем детстве. Поэтому я тебя терпел. Но я был лишь благодарен тебе. И даже если мы встретились в школе, я бы не был с тобой. О чем ты? Мне нравится Чэнь Мижэнь. Со всеми ее недостатками. Отстань от меня. Джун Вэй! Позволь тебя спросить. Значит, что бы я сейчас ни делала, мне тебе не понравится? Нет. Thank you.
Чэнь-Мижэнь, у меня сюрприз. Увидел, что тебе понравилась эта фигурка, думал, ты будешь рада. Возьми. Спасибо, но дарить такое лучше любимой. Я не могу принять. Ты моя любимая. Цинь Мэнсюань, прости, я была добра к тебе, чтобы позлить Джунвэя, поэтому... Знаю. Я не против. Значит... Так и не можешь его забыть? Я не готова встречаться. Главное для меня карьера. Может быть, немного утешишь меня? Цинь Мэнсюань, ты хороший. Невероятный, внимательный, лучезарный и красивый. Ты встретишь лучше. И я так думаю. Чэнь-Мижэнь. Чэнь-Мижэнь. Ты ее спугнул. Цинь Мэнсюань, прекрати к ней клеиться. Ладно. Ладно. Я все равно найду лучше. Она тебя, что ли, отвергла? Какие вы с ней скучные.说明了问题，就算眼神迷离，直到想到你，才能安心让你梦继续。我都不用怀疑，沦陷在这里，就算刷这段视频，也幻想是你，名字在我嘴里，出现的频率已经足够证明是你。我都不用怀疑，沦陷在这里，舞台开始的睡意，说明。